я бы не стала делать кухню из ЛДСП белого цвета. Во-первых, на белом фасаде слишком очевидна фактура ЛДСП. А во-вторых, со временем будет темнеть стык фасада и кромки, что визуально будет портить вид кухни. Чтобы кухня с фасадами ЛДСП выглядела дороже и не выдавала своего истинного происхождения, стоит отдать предпочтение более сложным оттенкам. Но еще раз повторюсь, фасады из ЛДСП – это бюджетная альтернатива. Если ваш бюджет позволяет, то, конечно же, выбирайте фасады на основе МДФ. Такие фасады прослужат вам дольше.